Но с верхней стороны, не со стороны Йети. Счетчик еще при Риоге обновляется, не только если из зоны выйдешь. Ну это да. Я сейчас пойду, обойду их. Квесты повыполняю, да. Здесь я взял. Вот наш еще один бежит зелененький. Сейчас я наверх встану. А то может мое присутствие их пугает. А вон их там уже четверо собрало. Нет, стоп. Наш еще один снизу сидит. О-о-о, сюда, Дим. Вазик, сюда, быстро. Бегу, бегу, бегу. Вот сюда, вот сюда, вот ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас мы со спины. Зазу, сними с меня этого мерсера. Сейчас, короче, прыгнем туда вниз. Жопа им будет. Ну, мне придется обходить. Я, конечно, выдержу падение, но не хотелось бы снимать себе столько хп. 400. Ты чего? Да ничего, да. Медленно ходить не хочется. О, втроем. Так, нет, стоп. Тут 2 на 2? Или 3 на 1? 3 на 1, конечно. Вот так, красный один вижу, бежит куда-то. Красный, красный. А, он гасит мобов. С правой стороны. Я вот вижу как раз, но я туда не пойду к нему. Причем он тоже танк. И что-то двое зеленых здесь встали. Сейчас красный имеет шанс получить несломимую волю. Может, мы лучше свалим? Знаете, как надо сделать? Давайте вот всех возьмем в пати, скажем эту хрень и будем по одному заходить, помирать, чтобы все с бафами резались. Так тоже можно. А не, тут один на один пока что. Посмотрим, как они один на один выходят. Ну что, я возвращаюсь. Вазик, ты где? А ты помер? Я возле Йети. Не, я убил. Я возле Йети сейчас стою. Кушаю по чуть-чуть. Селенок набираюсь. Ну, два. Блин, засранец. Где он вон того словим, который с дебуфом бегает? Я за магом бегаю. Ну, правильно. О, по мне такие именно ресисты жесткие идут, он мне ничего этой магии не снял. Ты ёб твою мать. Ты сейчас у красного флага что ли, а не в самой варзоне? А тут сейчас этот как раз таки маг, который 31 снял. Я его тогда бежал за ним, не догнал. Воу-воу, у меня жизней мало. Есть? Сейчас спасать тебя будем. Есть хилы? Есть. Грохнули. Так, Зазу, ты где? Тебе еды, что ли, надо? Не-не-не, я имею, мне просто нужно во время боя ел. Окей. Не, мы видео пока, наверное, не снимаем. Ничего, оно уже идет. Уже идет? Уже идет.
Ловить этого мага. Ну нафиг, под башню идти не хочу. Здесь интересное продается. Вот то, что я говорил, быстрые ноги пизды не боятся. Включил этот свою заморозку, заморозил всех, съебался, все. Кто-то мне говорит о честном бое. Ну да. В ПВП честного боя не бывает. Да ну это вот бред, один на один выйди и посмотрим. Можно попытаться с ними договориться, но я думаю, вряд ли они согласятся. Потому что это школьники, они не согласятся один на один. Они боятся. Их самолюбие заденет, они будут плакать потом вечером. Писать, что игра говно и ПВП говно. 100%. Но в этой игре я редко проигрывал один на один. Я тоже. А вот в Вове в легкую. Я вот все жду, когда Вове наконец-таки эту кнопочку сделает. Нагибать. Так, Зазу, давай, он твой. Я впрягаться не буду, чтобы он потом не плакался, что его вдвоем убили. Есть. Я тут бегаю еще этих. Алло. О, надо пойти камешек забрать. Фу, блин, 40 минут осталось до потери бафа. 40 минутах. Вот еще один наемник. Да, ты делай пока квесты. Ой, простите. Делай пока квесты. Пока мы их удержим. Я делаю пока. Тут Вазик пока что защищает мир и спокойствие в этих краях. Перестрелка. Задрали. Вовремя я ушел. Я, конечно, хорошо по башке получил, но все же. Я думаю, их напугало то, что маг подбежал, начал их посохом раскидывать. Блин, один не загашу, нафиг. Тролля? Хуже двое. Ё-моё, они камнями фигачатся. Сейчас я иду к тебе. С меня сделают, блин. Я знаю, где ты. Бегу к тебе. Правда, у меня всего половина хп, но это все равно больше, чем мой максимум без бафа. Так, ну и где ты? Ты вроде тут должен был быть. Я тут и есть. А, вон ты ниже где. Спустился. Так это Огр, он тебе наоборот помогает. Там и тролль еще, ё-моё. Ну а тролля надо снять. Выполнился, да. Ой, надо покушать, а то там у меня никак не получалось. У меня уже мясо заканчивается. Ну, кстати, в монастыре был торговец, который этим мясом торговал. Надо было там затариться. Ну, красных только 5. Пятеро! Ну, если Даш сейчас еще пару штук зайдет, то у них будет шанс получить бафф.
Ну и чё, сели? Подождём 5 секунд. Выйдут они или нет? Хватит тебе зевать, блин. Я обычно к этому времени только просыпаюсь. Блять, пол третьего он только просыпается. К тому же я еще кофе не допил. Я вообще в три, ну в пол третьего просыпаюсь, к трем захожу. Маньяк сна, блин. Ну я ж сейчас в отпуске. Сегодня я решил пораньше лечь, пораньше встать. Идем нагибать. Кого, башни? Идем срубим их. Уж твою мать. Да и... Они на тебя сагрились, мне ничего не наносили. Блин, ты мощный. Зазу, я тебя спас. Да уж. Там уже 7-6. А они вроде бегут и никого не трогают. Надо трогать, идем трогать. Не, не надо их трогать. Если они бегут, никого не трогают, значит нормально. Да значит взрослые. Ну, идем люди. Мы за ним побегаем. Пускай побегаем, посмотрим, кого они будут трогать, не трогать. Ну ты оружие спрячь пока что, чтобы они на тебя так просто так не заакрились. Ну вот, смотри, они бегут, могу вбить. Они убегают. Вот. Не, ну мы ж не трогаем их. Психологическая игра. Вон они, вон они. Здесь внизу. Ручкой помахаю. Внизу, слева, внизу. Где внизу, слева? Трое против одного мага. А, двое где магов они? Против одного. Внизу, внизу, в начале, в самом. В самом Зазу начале бежит. Трое. У них на базе или у нас? Опять трое или наступают. У нас, у нас, у нас, у нас здесь. Сейчас. Да, они обошли. Все, вазик снесло мимо воли и бежит. Бедный кто-то. Эрика, блин. Девушка, что ли? Не знаю. Но тут еще один маг бежит. Зазу, погоди, не он трогай. Они наступают. Что-то он что-то много... Зазу, погоди, не трогай, бежим. Он жрет. Да. Вон, вон. Это одна из жатвы. Бегут, бегут обратно теперь слева, снизу, бегут обратно. А, мы сейчас их побежали. Ну, он бегут обратно. Мы за ними бежим вдвоем. С Эрикой. Вижу. Ну, бегут обратно, побежали. Вон, вон, маг этот опять. Давай, давай, ты как-нибудь его стукнешь, чтобы он кувырок сделал бы. Вот они, двое, вот они. Загасят. Я его поймаю, Зазу, ты веди он его ко мне. А, ты его что, убил? Двое на одного все кинул. Странно как-то. Странно, как он так быстро помер? Я ему практически ничего не сделал. И походу он вообще сам умер. Странный человек, ей-богу. Вы меня не возьмете. Зарезался, веды вскрылся. Давай, давай, лови, лови. Но мы сейчас внизу. А, вот они вроде, да? Прямо в жопу ему. Ело надо снять. Да что это такое? Давай загуби его! Сделай ему какой-нибудь такой стун. Меня застанили. Не могу, у мага нет стана. Заморозка. Но только одна магия дальняя, одна ближняя. Так. То есть я его никак не поймаю. Мало хп, не все, мало хп, стреляй. Как-то они друзей бросают, нехорошо это. Нету слова.
Еще загрели. Ой, пизда сейчас получит. Все, пускай на эти бегут. Все, давайте, возвращаемся, чтоб Йети нас не грохнул. Гасите мерцерия вот этот. Они все мерсенариес. Они наемники все. Блять, маг пришел какой-то. 31 маг пришел. Оттягиваем их обратно. Тырь пришел, хилять пришел, обратно. Зазу, ты мой килл застилил. Я ему снял хп до ноля, и ты его добил. Блин, ну держите его, блин. Куда вы их побежали-то? Ведем их дальше, к ихнему респу. Гасим их тут по чуть. Вазик, перебери этого мага сраного. Вон он бегает, маг этот. Сейчас. Просто на мне еще тролль висит. Стайл, давай, подключайся. Здесь, если он полезет, я тогда в кучу. Они двое, блин, только магами и могут играть. Слабаки. На что плохого в магах? Что издалека стоит, а ближе боится подойти. Ну, это принцип мага. Бей издалека, не то прибьют вблизи. Все, не лезьте на них, пусть идут сами. Башни, 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 осторожно, башни. Воу, воу, воу. Тень не выходить, за тень не выходить от дерева, уже башня. Обратно пошли. Идем тролля этого, ой, Йети убьем. Обратно. Но я пока с бафом, я думаю, я смогу его убить. Начнут поступать, начнут наступать, вот с бафом тогда его и увольнешь. Вазик, возьми стайла. В партии. Я кушаю. Пускай подойдет, сейчас возьму. Пеппер бы еще пригодился. Пеппер всегда бы пригодился. Че его, кстати, сегодня нет? Обедает с женой. Ладно, я пока пойду за тролля спрячусь, а то я уже не курил целую вечность. Да, вовремя ты начинаешь курить, когда съемка идет. Эх ты, бесстыжий. Я быстренько. Ну, если они сейчас туда побегут, пятером нас тут накроют. Ну, знаешь. Я пока смотрю в левую сторону. Да, есть такой момент. Они это могут сделать. Ну там вроде двое были еще. Стрелялись. Я думаю, не так все печально будет. Иду я поснимаю, что ли, хотя бы. Надо тоже пойти пообедать хотя бы, что-нибудь покушать.
Надо квесты сдать эти и взять опять. Ну вот, делай, пока время есть. Квазик с бафом, его можно покинуть. 9 на 5 уже. Два мага против одного берсеркера и мага. Эрика 10 на 5 сорвала мясо. Еще подкрепление бежит двое как раз. Но они нарквесты выполняют. Так думаю, что они вдвоем тоже бегают. Ну вот если бы эти были все, и сейчас бы нас бы не было, то этим нашим двоим хана пришла. Квест они бы не дали выполнить. О, метеорит. Метеорит — это жесть. Обычно снимает пол ХП мне. Хорош, попал. Половина зелё. Взял еще квесты. Тим 86%, чуть-чуть до 23-го левела. Анимаг? Ну, подождите. Да, клерик. Берсик, клерик. Берс голодный, покушал. О, три. Три на два. Три на два. Интересно, у них квесты все сделаны. Ну что, пошли. За альянс. Вы где? Я бегу следующий квест сделать. Этот же. А? У меня уже половина зеленый. Это хорошо. Значит, скоро получишь оружие. Я тут возле Йети сижу, на мертвом тролле. Да, с таким бафом. С таким бафом чувствуешь себя непобедимым. Но тем не менее, ты не всемогущ. Ой, зря он так сделал, конечно. Зазу, ну, ты где? Там тебе помощь не нужна. Типа танк бьет. Сейчас я ему на костоле. Где вот, он тебя бьет? После Йети. А, в ихнюю сторону, да? После Йети, значит, я уже пошел спускаться обратно. А там сейчас тут обделают. Так, что я один, еще тоже боязно. Наши. А, вот где-то. Я ваш бой слышу даже. Получи. Это получи. Я нарквест выполняю. Все. Один зелененький бежит. Зазу, погоди. Чего? Жаль, тут нету помолиться, а то бы я делал как в Assassin's Creed. Request in patchи. Цветочков надо найти. А, вот цветочки есть. Все.
Блин, могилка еще его. Он горит. Вроде его кто-то ударил. А, вот они. Смотри, герои. Ой, не, у меня тут триндец, даже с моими хп будет. Зазу, лучше убегай. Уже пятеро, уже там шестеро. Десеро. Тут еще бегает наших, я вот с тремя какими-то этими. Вроде маг и два клирика, по-моему. Вот, не знаю, не различаю их. Так, я все-таки убегать. Тут даже с моими хп мне задница настанет очень скоро.